Плазменный шар – это декоративный аксессуар, состоящий из стеклянной сферы с установленным внутри электродом. При включении плазменного шара на электрод подается электрическое напряжение с определенной частотой. Газ внутри сферы ионизируется, вследствие чего происходит свечение плазменного шара в виде электрических разрядов. Он может быть изготовлен из разных смесей, что и придает молниям тот или иной цвет. Благодаря газам, которыми заполнена стеклянная сфера, плазменный шар испускает ветвистые молнии. А первый аналог плазменного шара изобрел сам Никола Тесла, который запатентовал его в 1894 году, назвав инертной газоразрядной трубкой. Современный тип устройства, к которому мы же успели привыкнуть, он же плазменный шар, был изобретен Биллом Паркетом в 80-х годах. Если вы не знали, то 99% всего вещества нашей Вселенной пребывает в состоянии плазмы. Это четвертое состояние вещества было открыто в 1879 году ученым Уильямом Круксом. А название плазма явление получило намного позже, только в 1928 году. Солнце и все звезды состоят из плазмы. И все пространство между ними заполнено также плазмой. Плазма – это частично или полностью ионизированный газ, образованный из нейтральных атомов и заряженных частиц. Самая важная особенность плазмы – это ее квазинейтральность. А плазменный шар создан для того, чтобы насладиться визуализацией световых эффектов, которые уникальны и никогда, по сути, не повторяются. Вы никогда не найдете две одинаковые плазменные лампы или два одинаковых плазменных шаров, которые повторяют такие же ветвистые молнии во время свечения. А впечатляющей красотой плазменного шара можно еще и управлять. Всего лишь стоит прикоснуться к шару, как в эту точку сразу же начнут бить усиленные молнии, которые будут следовать за движением вашего касания. В режиме музыка плазменный шар реагирует на вибрацию, издаваемую колонками вашего музыкального устройства. Если вы усилите басы и устроите вечеринку, то плазменный шар будет работать в ритме музыки, он как бы реагирует на большие громкие звуки. В темном помещении включенный плазменный шар создаст исключительную атмосферу спокойствия и загадочности, когда на вашем столе искрится завораживающая паутина электрических разрядов, можно почувствовать себя повелителем усмиренных молний. А еще для тех, кто не боятся электричества и не боятся прикасаться к таким плазменным лампам, это отличный антидепрессант. Только не забывайте про меры предосторожности, все же это электричество. Надеюсь, вам понравилось это видео, и это видео было для вас познавательным. Если это так, то не забудьте отметить лайком, а также напишите комментарий, если у вас дома есть такая плазменная лампа. Ну а я с вами ненадолго прощаюсь, до встречи в новом видео, пока!